Холодильники, шины от фур, дитячие ходунки. Не меньше как 8 тонн смети собрали следшие у леси под Прибором под час инициованной областным ведомством двухдённой акции «Экологичный десант 2020». У первый день супрацовники глядели, как у Гомеля сортуют смети и как пластик отрымливает другое життё. Затем, как следшие изменили форменную вопротку на спортивную и прибирали лесные обочины, назирала Марина Северьянова. Пластик, шклянки, доходы от ежи, люди покидают после себя в лесе шмат смети. Але самое неприемное, коли они приносят его сюда наумысно. Да, действительно, на глубине где-то 10-15 метров заходишь в лес и обнаруживаем захоронение бытового мусора, которое с дороги не сбрасывает, это проезжающий мимо водитель. А целенаправленно кто-то из местных, вероятнее всего, захоранивает. Какую цель они преследуют, я, честно сказать, не знаю. Хочу просто сказать, люди, остановитесь, берегите то, что вас окружает. И саправды, коли едешь на автомобиле, то сдается, что обочины чистые. Позерк ловит только яркие фарбы лесной зеленины и солнечные промяни, которые разразаются верхолинами древ. Але варто только припыниться, и настрой псуется одразу. Шклянки, ануши, пластиковые пакеты, сломанная бытовая техника и нават вось такая гигантская шина. Каб яе загрузить на трактор, спотребится человек 10. Лесники кажут, что им завсёды потребная допомога доброохотников. Очень сильно помогли, спасибо им огромное за это. Почаще бы так и побольше таких вот всяких структур, подразделений, которые могли бы нам помочь, потому что без них, ну, нам бы тяжело было и долго бы мы еще убирали этот мусор. То, как люди ставятся до света, каким живут, разгубляем. Зараз, вядома, у лесах море грибников. Богатый на такие дары сезон отгукается и большей колькостью смети. Грибники же, якія до экологии ставятся отказно, закликают інших не сметить. Люблю, чтобы был порядок, как в стране, так и в лесу. То есть вы мусор после себя не оставляете? Нет. Но замечаете, что другие грибники мусорят? Ну, я бы не видела. Так в лесу бутылки какие-то валяются. Это, я считаю, это не, очень даже несерьезно выбрасывать. Я думаю, что каждый вправе взять и выбросить ее в нужном месте. Областное управление следственного комитета летось инициировало иншую акцию – «Працовный десант 2019». Тогда допомагали аграриям Буду Кашалевского района сбирать на палетках бульбу, якая засталася после комбайна. А сёлета вырашили прибраться в лесах. Каля 50 супрацовников навели парадок на придорожной территории в районе Прибора. Усяго очистили от смети больше 5 километров. Назбирали не меньше 8 тонн смети. Следователи Гомельщины с удовольствием принимают участие в различных экологических акциях. И сегодня мы, наш экологический десант, решил помочь в уборке лесных территорий от мусора. Дело в том, что это была наша инициатива, и мы тут решаем две проблемы. Во-первых, нам не безразлично состояние нашей окружающей среды, и мы хотим сделать наш лес немножечко чище. Во-вторых, это хорошая возможность нашим следователям пообщаться вне рабочих отношений, провести приятное время, сплотить коллектив, ну и в то же время оказать помощь окружающей среде. Батьку на допомогу вызвался и сын Миша. Хлопчик каже, что сам николи не сметить и звертается до детей и дорослых, так само берегчи навокольное осяроддзе. Папа сказал, что в субботу мы поедем мусор собирать. Ну, хочешь со мной? Я сказал да. Мы приехали. Я думал, мусора будет меньше, но тут его очень много. Я не пожалел, что сюда приехал. Я устал, но я стараюсь. Какий десант организует следствие в наступном годе, пакуль невядома. Але то, что будут робить нечто корыстное для людей и природы, несомненно. Марина Северьянова, Василий Сипцов, телерадиокомпания «Гомель», Гомельский район.